Зреют новые проекты, приходят перспективные кадры. В этом году Русское географическое общество отмечает юбилей – 175 лет со дня основания. По торжественному поводу глава региона собрал всех выдающихся деятелей сферы на совещании. В числе гостей оказались краеведы, преподаватели и путешественники. Самые активные получили правительственные награды и почетные грамоты. Сергей Морозов напомнил о том, что земля симбирская во все времена славилась талантами. Если там начнем смотреть в историю, то увидим там и Петра Языкова, который был идеологом и краеведом, и Юрия Орлова, который был замечательным палеонтологом. В конце концов, наши земляки внесли бесценный вклад в развитие нашей российской науки. У географического общества несколько направлений работы. В нее входят научные исследования и издания литературы. У активистов интеллектуального союза есть множество планов на ближайшее время. Осенью пройдет традиционный географический диктант и школьная игра «Что, где, когда». Также планируется пешая экскурсия в 4 крайние точки Ульяновской области. Выйдет в свет и уникальная книга путешественника Владимира Кочеткова. В ней он расскажет об велопоездках по всему миру. Географы готовят и масштабную экспозицию. Мы готовимся ко второму этапу экспедиции России с севера на юг, которая в прошлом году дошла от Норвегии до города Ульяновска. И мы планируем, что в ближайшем времени она дойдет от Ульяновска до побережья Ирана, до Дербента, по берегу уже Волги и Каспийского моря. И много-много других планов, о которых можно достаточно долго рассказывать. В праздничный день ульяновский филиал пополнился дюжиной специалистов. Путешественники, геологи и краеведы получили персональные билеты. Теперь эти увлеченные люди стали частью географической семьи. Новоиспеченным кадрам будет чем заняться. Мы хотим взаимодействовать с Русским географическим обществом тем, что это писать различные гранты и выдвигать какие-то походы, свои туристические маршруты, все взаимодействовать, то есть с Русским географическим обществом. То есть оно будет вам помогать? И помогать, и оно нам будет, и мы ему как бы будем помогать в этом. Во время разгара пандемии сотрудники географического общества помогали медикам. Врачей и медсестер возили на экскурсии в живописный Радищевский район. Путешествие пришлось на цветение редкого дикого пиона. Также посетили казачью станицу Троицкий Сунгур и колыбель мордовской культуры село Кивать. Поездку организовали для поддержания боевого духа наших медицинских работников. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.